На повестке дня 55-го заседания Совета депутатов Ленинского района рассматривалось несколько вопросов, самым важным из которых было внесение изменений и дополнений в устав муниципалитета. Докладчиком выступила заместитель начальника правового управления. Статью 26 в часть 2 Минюст предлагает внести, что срок полномочий депутата Совета депутатов Ленинского муниципального района составляет 5 лет. В пункт 8 статьи 26 оставить в прежней редакции, что полномочия депутата Совета депутатов прекращаются в случае отзыва избирателя. В статью 32 добавить, что полномочия главы района прекращаются досрочно в случае также отзыва избирателя. Также в соответствии с законом заседания Совета депутатов не могут считаться правомочными, если на них присутствует менее 50% от числа избранных законодателей, а проводиться заседания должны не реже одного раза в 3 месяца. Решение было принято единогласно. Следующим пунктом был вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений общественной организации «Местная татарская национально-культурная автономия». Общественная организация в 2016 году приняла участие в таких акциях, как «Наш лес», мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню города, праздничному концерту, посвященному Дню народного единства, выставке ярмарки, где представляла татарскую культуру, и других мероприятиях. Заявитель попросил предоставить помещение по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 14, квартира 21, сроком на 5 лет. После небольшой дискуссии состоялось голосование. 10 человек. Против? Воздержался. Решение принято большинством голосов. Спасибо. Большинством голосов на 5 лет было предоставлено в безвозмездное пользование нежилое помещение по адресу улица Школьная, дом 82А, Ленинскому отделу вневедомственной охраны Росгвардия. Следом обсуждался вопрос об отчете руководителя района. Предлагается назначить на 23.03.2017 года заслушивание отчета главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова перед Советом депутатов Ленинского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Ленинского района за 2016 год. Среди вопросов, которые будут заданы Олегу Хромову, волнующая многих экологическая проблема на реке Купеленко. Администрация совместно с прокуратурой, управлением внутренних дел и Роспотребнадзором держит ситуацию на контроле. Составлены сейчас все протоколы. Решается вопрос о не только привлечении к какой-то ответственности, не мы квалифицируем, но, возможно, и о возбуждении уголовного дела к организации, которая эксплуатирует эти очистные сооружения. Какой произошел там технологический сбой, все-таки проверка и следственные действия должны показать. В настоящий момент проводится расследование по поиску источника загрязнения реки. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.